У меня вопрос. Как часто вы выходите на природу? Как часто вы позволяете себе прогулки в парках, в лесу? А я, Екатерина, позволяю себе, потому что очень люблю природу. Я приглашаю вас в наш Кишиневский дендропарк. Он прекрасен и летом, и осенью. Именно вот сейчас, в сентябре, я снимаю этот дендропарк, в котором приятно прогуливаться, в котором есть много красивых растений. И, конечно, есть и ручеек, и интересный мостик, и качели, есть пруд, есть все, что положено быть в красивом парке. А это замки. Не буду говорить, для чего они. Вы и так знаете. Райские яблочки. Вы их пробовали, а я попробовала. Ну, немножко мне они не понравились. И вот эта прогулка, я думаю, принесет немного радости вам, когда вы будете просматривать этот мой сюжет. А я вам дарю хорошее осеннее настроение, даже больше похоже на летний сюжет, подаренный вам Екатериной Молдова-Крикова. Всего вам доброго! Гуляйте почаще!